Каким должен быть региональный самолет? Этот и многие другие вопросы обсудили на рабочей встрече глава Ненецкого округа Игорь Кошин и генеральный директор компании «Полярное сияние». Баудин Хамидов прибыл в Нарьян-Мар для участия в совещании по вопросам о требованиях к перспективному самолету местных авиалиний. Оно состоялось в рамках работы круглого стола «Проблемы и перспективы развития малой и региональной авиации в условиях Крайнего Севера и Арктики». Компания «Полярное сияние» на совещании представляла интересы пользователей услуг малой и региональной авиации. В ходе рабочих встреч в администрации Ненецкого округа Игорь Кошин и Баудин Хамидов обсудили ряд текущих производственных вопросов нефтяной компании, работающей на территории региона, а также перспективы сотрудничества округа с недропользователями в проектах социально-экономического развития территории.